Почему я сегодня в такой панамке? Потому что сегодня мы запустили третью смену проекта «Лагерь моего двора». В третьей смене дворовых лагерей в Заинске будут работать 32 вожатых. Все они трудоустроены в рамках программы трудоустройства несовершеннолетних. Всего организовано 22 лагеря, в том числе и в сельских поселениях. Закрываем глаза. Выбирай. Олеся Александрова сейчас уже студентка Набережно-Челнинского педколледжа. Первый опыт работы с детьми получила в дворовом лагере 3 года назад, что в дальнейшем и определило выбор будущей профессии. Я в лагере уже 3-й год. Попала сюда случайно. Искала просто подработку на лето, и мне предложили кандидатуру вожатой. Мне очень нравится. А 14-летняя Ангелина Пелясова в лагере первое лето. Часто отдыхает в санаториях и всегда там помогает вожатым, а сейчас решила попробовать и сама. Я как-то воплотила свою мечту, вот. В этом мне помогла молодежка. И поэтому я сейчас очень счастлива и работаю с детьми. Такое организованное времяпровождение для детей, которые не поехали в лагерь или к бабушке в деревню, в Заинске организуют уже много лет. В этом году это уже 15-й сезон данного проекта. В этом году он реализуется при поддержке руководства Заинского муниципального района, а также с использованием грантовых средств Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Рабочий день в дворовых лагерях длится по 3 часа 5 дней в неделю. Вожатые организуют для детей развлечения по разработанной заранее программе. Я люблю работать с детьми, поэтому я выбрала именно этот лагерь. И есть такая возможность работать именно, проявить свои качества. В этом году в проекте «Лагерь моего двора» задействовано 96 подростков и студентов. Еще 74 работают озеленителями. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.